забор, да, здесь вот на этом заборе здесь не делать. Постоянно. Что, БВГ старый кусок? Не особо. А ХЗК 2018 года, смотри. 2018, да. А кто приезжал, не знаешь? А вот это как тебе из глаз? Глазастенький. Бля, прикинь, нормально там можно будет. Кстати, девчонка рисует. Чайка? Да. А это кто рисует? Когда-нибудь оторвут руки за то, что тягаешь на чужих руках. год. Чикари здесь. Вон кусок. Вон кто-то вообще на балкон залез. И сделал прям с балкона кусок. Не знаю, видно, не видно. Вот такое вот местечко. Как это? АЗРК? Азбука в переводе. Мне кто-то из них отправлял стикеры свои. Ну, это кусок нормальный. Нормальная рука. Бафы веселые, блин. Как они сюда подбирают? Это как будто, знаешь... Этот пакет банок, короче. Пакет банок поставил рисовать, забыл его, и кто-то сбил его на тачке. Ну, смотрится прикольно. Гонка. А в этом углу тусуются наркоманы. Thank you.
Ну просто подложи, может мы зайдем попозже. А, да, да вот. А, уже отложим. Все, все здесь. Это на фон. Все считаем. А что почем? Почем черный 275. 250. Черный 250? Да, да. Ну у нас вот эти позиции, они чуть-чуть дороже. А тон сколько? 317. Гомер. А большой сколько изи? А сколько литровый стоит? 360. А больше ничего нет, кроме Артона и этого, да? Да, кстати, проверили, закончились москвичками у нас. Не, имею в виду, там, ну, из краски продают только Артон и Изи, да? Да, да. У меня еще есть там вот Молотов, Кавростал. Ты как поставил? Краски на выходные даже не хватило бы. Ну, вот у нас. Как-то так. А больше нет смысла. Короче, все немного дороже. Такой вот спотик дневной прямо у мэрии. Кстати, тоже немало кусков, да? Да, два. Не-не, я уже видел, немало. Что это за каша из старшков? Мы еще успеваем. Как он туда наверх залез? Трапы норм, смотри, везде трапы. А он хитер. Такой вот интересный баф. Может быть это стрит-арт? Вот те куски на той стороне появились вчера, потому что днем я проходил, их не было, а вечером, когда стемнело, там часов 10 я шел опять же здесь, и эти куски уже появились. Не думаю, что, ну да, не думаю, что я мог их не заметить, что хром. С учетом того, что я обращаю внимание практически на все куски, которые вижу или которые есть рядом. Поэтому вот парни нарисовали вчера. Прикольно. Место хорошее. Весь баф в городе, ну не весь, а много бафа обыграно вот этой рукой. Как бы чел использует забафанные поверхности, чтобы
сэкономить на заливке и, так сказать, сломать баф. Баф в городе есть, но его не так много. Какие-то, ну, конечно, стенки бафят, особенно дома, прям в центре, но тегов все равно много, и кусков много, и старые куски есть. И видно, как бы, что расклады позволяют, тут цветных кусков много, и на стритах цветных кусков много. Ну, я разговаривал, пацаны говорят, ну, что там, штраф дают за граффити, да и все. Поэтому... В принципе, рисовать можно, но люди в большинстве своем как бы против рисования, они какие-то здесь такие озлобленные. Потому что как бы большой процент людей и, ну, прям против-против, они там сигналят, что-то кричат, там рисовали и на просто ржавых гаражах, которые были прям, ну, угашены в усмерть тегами всякими, там выцвевшие куски там 10-х годов. Все в тегах, в каких-то там сластонах, там, ну, во всяких надписях. Мы просто были на районе, вот ездили специально снять вот этот дом, который с кусками. Решили, ну, отметиться уже там, раз приехали. И, короче, все прям, ну, в окна нам орали, и женщины какие-то. И мужик потом подходил, там доебывались за нас. Типа, что нахера мы это рисуем? Что мы мудаки там, типа, и, ну... Идите делами нормальными занимайтесь, там, ну, с бабами знакомьтесь, а не херню маетесь. И просто тегали мы в центре, машина останавливалась, до нас там чел докапывался, типа, нахер мы это делаем, типа. Типа, тегаем это, надписи эти пишем. Ну, короче, люди такие. Причем, ну, местный парень, этот маг, говорил, что днем он рисует как бы всегда спокойно. К нему подходят, фоткаются, либо просят позаливать. Вечером уже смотрят как-то так, а по ночам там могут, типа, ну... кричать уже, что он там ублюдок. Поэтому психология все равно работает, как говорят эти французские некоторые бомберы там, что днем, когда рисуешь, там, либо одев жилетку, либо просто ты как леттеринг-артист знаешь, что ты делаешь, и это нормально. А ночью, типа, ну, короче, ты уже такой, типа, преступник. Не, я не курю. Так что... Много зависит. Наверное, даже от того, как вы себя ведете, типа, если ты уверенно рисуешь, стоишь, как будто так и надо, то и люди как бы ходят мимо, им насрать. Если ты озираешься постоянно или ждешь палева, ну, на нервике, то люди тоже это чувствуют и сразу начинают больше агриться. Ты долбоеб, зачем ты снимаешь, блин? Просто смотри. Степ, степ, степ. Вон пока что мне больше всех понравилось. Какая у меня фотка с башни, наверное?
такое вот местечко. Стадион, прям ошейник. Солнце сильно отсвечивается. Да, повторюсь, травку тут любят. Это прикольно. Видел немало уже. Да и просто здесь вообще немало кусков. В этом плане город хороший. Из всех кусков, наверное, ну, больше всех я видел кусков мака в хороших вот местах. Он прикольно делает, и много мест, и большие куски, и цветные куски в центре, во многих двориках, и, ну, короче, прикольные места, вот такие вот одиночные куски, я его много раз видел. Знаю, тех, кто больше всего выделился в моей голове, наверное, это вот куски степа, степлера. Мне, не знаю, понравились они, не так много их видел. Ну, трапа, я так понимаю, это тоже его. Если я правильно понял, то, ну, вот его куски мне понравились больше всех. Тут для непонятливых чай на всех языках. Пиздец. Смотри, как он припарился, то залез. Такой паркур там. А ты когда на кота встали этим и с него сделали по-любому. Вон он слева, кот. Счастлив тот, кто научился восхищаться, а не завидовать. Цени момент до того, как он станет воспоминанием. Нормально. Прикольный такой замороченный стрит-арт. Ну вот, первый раз здесь вижу, что кто-то по чужим работам тегал. Ну такое. Прикольные трапы были. Стикер. Прикольно, что здесь столько внимания стикерам уделяют. На самом деле их очень много. Это кайфово. Стрит-арт есть, и стикеры есть. Керики рисуют пацаны.
защищаю, мы тиру пойдем. А это жилой дом, нифига. Да. И он такой разъебан. Большой кусок от мака. Продакшн с фоном. Зачем свежий? Мутроп опять. Мутроп, это круто. И труапов я заметил, что много очень в Ярославле. Пацаны здесь нормально труапы лупят. Вот этот желтый труап вообще пушка. Какого года? 2006. 2006? Вот труап 2012. И бафить не пришлось, сифаму отвалилось. Такой вот слой. Круто. Место топ. И место, и размер, и кусок, да? Там еще какой-то он хоф, пойдем посмотрим. Что это? Больше всего мне нравится игнор. Это акаре был нарисован, смотри. Да, похоже на игнор, да, флопка, кепку переделали. Я сейчас уже вот это хуйня. Ну это, кстати, круто, круто, да. И там куски, я сюда не попасть, да? Ну, лифт не впадло. Потом с вожжи тоже ваш питерский.
Мне только игнор нравится, остальное. Псина, вон написано. Ты потом делай топ. Где-то ночь, да, мощно. Вообще в Ярославле прикольно, граффити много. Ну это я так понимаю, что заказы, так сказать, наверное, оформление договоренное с каким-нибудь местным ТСЖ или с чем это договариваются. Видно, что рисунки долгие, спокойные. Ну, уники. Старая местная команда, видел много здесь стритов у них. А так довольно-таки много качественного граффити. Ну и бомбинг присутствует, что прикольно. Чисто оформить граффити, оформление. Топ сити. Бля, там еще, ну, люди живут. Вот это прикольно. Это девчонок рисовал. Вот что-то слишком много девчонок рисует. Да. Слушай, вот это вот за обувь увидел. Кстати, вот это угарные наклейки увидел. Короче, там один Семён, блядь. Семён мудак. Семён, блядь. Семён, сука, мудак. Мудак. Не вырезает, а Семён мудак. Семён мудак, нахуй, просто, блядь. А почему это здание памяти категории-то? Это просто завод какой-то. Короче, провели фестиваль, там пацаны. И он, блядь, начал... Пацан просто наш провесить. Да, короче, он начал стучаться во все двери, чтобы просто, ну, якобы восстановить справедливость историческую. И просто забахали силой. Это историческое здание? Да. Ну, типа, он восстанавливает. Килл победил, смотри. Он лучше всех сделал просто, смотри. Это не значит, что он победил. Не, мне вот это нравится, техно. Да, а это Руфик, да? Нет, это Ванёк. А, Руфик, да, да. Глазастенький. Блять, ну ты урода, конечно, нарисовался. Это глаза и рот. Такой, 2014 года, нифига. Окей. Слушай, круто. А они в каком году рисовали? А это, наверное, на следующий год. 18 вот тут этот, вон рисунок есть. Вон, 18 написано. Баф. Чего, сука, на? Хуя? Я недавно шел, блядь, вот это что-то пиздец. Там была мастерская, и, короче, там еще магазин был. Да, тоже вот русика девушки. А чей это кусок? Ну, от такого бафа я снимаю трусики.
friends. Вот кусков еще быка очень много. Ну, это команда Мака, опять же, которого я уже уделял, что у него много стритов в центре. Быка переводится большая компания. И это как тусовка, там не только графички. А так там реально много пацанов, говорят, около двадцатки. Ну, кусков много. В хороших местах. Ты на Зармеке-то? Давно висят? Какой год, не знаешь? 2013, смотри, он третий. Здесь, прикинь, 8 лет висит просто тут. Жестко. Ну, окраин еще. Круто. Круто, круто, да. А это какой год? Это... Тоже 13, да? Вон там на третьем куске. 11 год? 11, да. Короче, 10 лет висят куски. Балконы изнутри закрыты, ну, уже заколотили. Поэтому бафнуть не могут. Вот ради этого дома на такси аж приехали на окраину. Вон, смотри, видишь, типа, спрашивают, что промышленные крутые, типа ЯМЗ. Да. Это, короче, типа дома строили для работников. Прошлый раз искали. Вот это клевый кусок. 2012 год, прикольно. Анфин. Здорово. Здравствуйте. Вот и приехали. Кеды пиздатые. Ну нахуй ты в кадр это все лезешь, блять. Отверни ебало хотя бы. Отверни ебало хоть. Этот, блядь, отверни ебало, заебали нахуй. Ты видел, что к отцу приезжал, смотри. К отцу в Ярославле был. Пошел, даже не знает, кто к отцу. Слушай, ну во дворах нормально. Thank you.
бегов. Вот они проходил по активности, наверное, в центре и по интересным местам. Больше всего я видел макро, нормальный чел, много рисует. Прикольно, что цветные куски в центре. Показал.